я могу сказать, что для пельцов пельцы сделаны более, можно сказать, надежные, и их агрегатные аппараты гораздо более мощные, чем у маламута. Да. Подлиннее. А? Подлиннее, конечно, надо. Прыгунчик он еще тот, блин. Ну. Попробуй сейчас на Косогор спуститься, посмотрим, как это. Коротыш такой. И высоко сидишь так. На табуретке. Там представляешь, вот он, блядь, клюет это на крайние тележки, как ей нагрузки. Thank you.
еще растет. Кувыркучая они. Ну, я на нем куркал. Падал, да? Ну, мы на соревнованиях видел каких-то верстках. Варик стоит, да? Попытайся. Сафари, да? Ну, да? У нас соревнования были вот эти, квадротяк, который Валер тебе присылал, это. Мы на нем как раз по всем вот этим, и через речку мы ездили на нем, ходили. И как-то решили повыкрутатничать перед всеми, и поехали поглубже. Ну что, давайте прокатимся. Угу. И в итоге нам унесло туда течением, еле-еле там на мель попали обратно. Лёд, а гусеницы не сильно гребёт. Вот что надо было рабочему показывать, а не стелсы. С пулемётом. Thank you.
увеличился в размере, поэтому поворачивает чаще. Пересечёнка только одному. И то страшно. Я понял тебя, что я никогда не буду владельцем такой техники. Вот квадр. Что они не на разворот пошли?
стаканчик. Ну, как тебе сказать, как бы драйва мало. То есть это просто добраться куда-то. То есть это не покатушечная тема. Вот, приблизительно там проехали. Я понял для себя, что я не буду владельцем никогда вот такой техники. Перефунькали, наверное, там, да? Понюхай, страшно было? А? Страшно было? Попахивает! Попахивает! Заднюю включай, вверх не видать. Что-то у него с поворотом, да, Костян? Перестал поворачивать. И как будто, по-моему. Ой, вонища-то какая стоит. Погоди-ка. Только попробуй поверни. Нет, а и при этом газони. Да. Оборвался?